Сейчас состоится небывалый дуэт. Вы знаете, наверное, многие, что вообще в еврейской традиции религиозный мужчина не может даже слышать женского пения, не говоря уже о том, чтобы петь на сцене. Но наш кантор, наш замечательный кантор Йозеф Малабай, сказал, что он считает за честь поступать уже второй раз вместе с Тамарой Михайловной вот в таком импровизированном номере. Сейчас прозвучит гимн, можно сказать, Иерусалима, знаменитейшая песня «Иерушалай Шель Заав». И прозвучит она в исполнении двух потрясающих солистов. Тамара Михайловна Кальцетели, как я уже сказал, народный фейговый еврейского народа, так ее называл ее дедушка. Она нам об этом сказала, и мы ее теперь так зовем. И главного кантора